С нами главный тренер команды «Хумо» Евгений Николаевич. Поздравляем вас с победой. Можно комментарий по игре? Ну, спасибо большое. Ну, первое, я хотел бы сказать большое спасибо организаторам турнира. Все было на высшем уровне. Второе, хотел поблагодарить гостиницу «Гринвич», где нам оказали самые гостеприимные. Приняли нас, хорошо кушали, спали, отдыхали, поэтому гостиница большая. Ну и болельщикам, конечно, здесь великолепно болельщики болели. Причем, вы знаете, они и за хозяев болели, и за нас было очень приятно, потому что играть при зрителях вдвойне приятно. Все было великолепно. Ну и уровень, я скажу, очень хороший. Все команды подошли в хорошей форме. Посмотрите результаты. В одну овертайм, в одну овертайм. Ну и сегодняшняя игра, это где-то сравнимо с плей-оффом. Обе команды хорошо подготовились, обе хотели выиграть, да. Но везет тому, кто везет. Как для вас прошел турнир в целом? В целом отлично, еще раз. Мы немножко тяжело добирались, там, двое суток. Первая игра такая скомканная. А потом в процессе турнира наращивали. Ну, я думаю, там 2-3 на хорошем уровне сыграли. Хорошее подспорье, 9-й начинается чемпионат. Я думаю, для нас было это очень здорово. Ну и по игровому времени как раз здорово сыграли. Сегодня практически 2 матча сыграли. Все замечательно. Как пройдет ваша подготовка к чемпионату? Какие ставите цели? Ну, у нас сейчас будет пару выходных ребятам дадим. Ну, а потом цели, у нас цели одна — выигрывать каждый матч, потому что пользуясь случаем хотел бы своих болельщиков поздравить. Они у нас просто замечательные. И город живет хоккеем. Вот сейчас недавно была открыта тренировка. Пришло очень много народу. Я в КХЛ, я скажу, что не всегда бывает такое количество. Все люди ждут начала чемпионата, зрители особенно наши. Поэтому все в ожидании, игроки тоже, мы тоже в ожидании. Ну а цели у нас всегда стоят только самые высокие. Успехов в чемпионате, только побед. Спасибо большое, спасибо вам огромное.